talking to me like you want my man. What the fuck? Дом, то место, где кругом царит полный покой, верни меня домой. Дом, то место, где кругом царит полный покой, верни меня домой. Неужели, мой капитан, наконец-то, я уже не надеялся дождаться. Леву, не в том смысле. Позвольте вам сказать правду, ваше величество. Ну, позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, ваше величество, великан, светило. Да ладно же. Да, ладно. Ух, король. Ух, умница. Иди сюда. Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Не для всех, конечно, для избранных. А ты избранный. Ну да, теперь и ты тоже. Я? А кто еще? Ну, пока что мы вдвоем. Я вот каждый раз выхожу на улицу и встречаю кого-то знакомого. Только не того, кого нужно. А того, кого хочешь встретить, никогда не встретишь. А кого бы ты хотел встретить? Вопрос. А начиналось так красиво, как у Шекспира нас уносило с тобой. И мы вдвоем против целого мира, я так улыбалась, возвращаясь домой. Okay, guys, so I'm going to teach you how to get any guy to come over and talk to you or ask you for your number or whatever. Okay, so step by step, you're going to glance. And then you're going to look him up and down. You're going to smirk. You're going to smile and then get a little bit sassy. And then just look away. Off we go on our epic quest. No hesitations, no stopping, and no turning back. You remember your headphones? We're turning back. I've got to get those. This is gonna suck if I don't, like, have some tunes or something. Нет, ты мне не нравишься. Ты вообще похож на Гиря. Приглашу тебя на бал, потому что я нормальный натурал. Okay, TikTok, let's go like this. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! How does the shirt look on me? Oh, fantastic. I wish I could pull that off. Go ahead. What? What?
Ну что, пойдешь со мной на бал? О, сочту за честь, но завалить себя не дам. Да начнутся фанфики. Я хочу нормального мужика. Хочу, чтоб полюбил меня на века. Чтоб на века, чтоб целовал меня, как в кино. Чтобы любил, любил, любил. Bonjour, captain. Voulez-vous coucher avec moi? No, I don't want to sleep with you. Is that what that means? Ты куда? Девушка, вам помочь? А? Ну, помочь нести вот этот предмет или... Или чемодан, или и то, и другое вместе. Ну, держите предмет, а чемодан я сама. Угу. Чё, опять один сидишь? Ну, ты что, обиделся, что ли? Ты бросил меня, забыл? Ну, извини. Но ты, кстати, тоже не прав. Если бы я тебя бросил, я бы у тебя сейчас не появился. You look like a girl. Am I a pretty girl? Oh, well, you're beautiful. Вопреки законам